Начало августа и похолодание – не повод расстраиваться. За яркими впечатлениями можно отправиться всей семьей в парк имени Бабушкина, на который в самый разгар сезона снова пополнил арсенал развлекательных аттракционов. Одной из новинок стал стрелковый тир «Робин Гуд». Совсем недавно открылся стрелковый тир как для маленьких, так и для взрослых. Все желающие могут пострелять на арбалете из пневматической винтовки. Так повелось, что Невский район многие считают промышленным или спальным. Но постоянно появляющиеся новинки в сфере досуга делают парк имени Бабушкина любимым местом отдыха для всех горожан. Теперь здесь можно пуститься в плавание по воде в воздушном шаре огромной величины или отправиться в виртуальное путешествие в 4D-капсуле. Для любителей скорости есть трасса с квадроциклами, а для самых маленьких – воздушные вертолеты и деревянные лошадки. Прокатиться же с ветерком всей семьей можно на веломобилях. Интересные аттракционы. Развивает физику. Можно хорошо время провести на свежем воздухе в летнее время. Парк имени Бабушкина традиционно проводит различные мероприятия и благотворительные акции для жителей и гостей Невского района. Еженедельно сюда приходят ребята из ближайших детских домов и интернатов. Так что появление новых аттракционов скрасит будни не только семьям, которые могут позволить себе катание на них, но и тем, кому эти развлечения могли бы быть недоступны. Также новинки в скором времени порадуют и юных спортсменов района. По словам директора парка, планируется проводить на базе некоторых из них соревнования.